Здоровое питание, здоровые дети – альтернатива сладостям фрукты, а вместо жареного блюда на пару. И теперь у поваров одного из губкинских детских садов есть возможность готовить дошколятам самую полезную пищу. Благодаря фонду поколения Андрея Скотча у них появилась современная пароконвекторная печь. Подробности в нашем следующем сюжете. И что у нас сегодня на второе блюдо? Ленивые волосы. И не запеченные, а приготовленные на пару. Такое диетическое меню в губкинском детском саду номер 35 уже месяц. За это время в новой пароконвекторной печи повара освоили приготовление запеканки, котлет, ленивых вареников, сырников. А теперь планируют освоить и выпечку. С современным оборудованием детскому саду помог фонд поколения Андрея Скотча. Все, здесь у нас идет время, можно поставить. Здесь у нас идут градусы, и пар есть. Очень легкая в управлении. Преимуществ у современного пароконвектомата перед обычной духовкой масса. Автоматика не позволит еде пригореть, а значит, поварам не нужно постоянно следить за процессом. Это экономит время. Особенно если в день нужно накормить более 200 человек. Но самое главное, в пище, приготовленной на пару, сохраняются все полезные свойства. Она получается менее калорийной, в ней сохраняются все питательные вещества, витамины и минеральные вещества. Это питание благотворно влияет на состояние здоровья растущего детского организма. Деткам нравится, и родителей мы оповестили о приобретении данной машины, и все довольны. Полезное может быть вкусным, и это подтверждают даже самые юные кулинарные эксперты. А что ты кушаешь, расскажи нам? Иные губцы. Вкусные? Да. Губкинский детский сад обратился в фонд поколения с просьбой помочь с оборудованием пищеблока после того, как включился в региональный проект «Стройный и здоровый ребенок». К сентябрю паровая печь была уже в детском саду. Вы знаете, и, наверное, вот он сейчас у нас стоит, это сбылась наша мечта, мечта наших работников пищеблока. Сейчас можно уже расширить приготовление многих блюд диетического питания в детском саду. И огромное спасибо благотворительному фонду поколения за то, что так быстро отреагировали на нашу просьбу, за то, что вот проявили такую заботу, внимание, чуткость к нашим малышам. Это все будет отражаться на их будущем здоровье. Александра Прозорова, Виталий Петренко. Новости Мира Белогорья.